Привет, девчонки. Я включилась показать. Мы уже приехали с крымских Мальдив в Евпаторию. Сняли здесь жилье. Будем здесь 6 дней. А потом поедем домой. Но мы приехали где-то в 2 часа. Искали очень долго жилье. Очень долго искали. В общем, нашли. Так, более-менее, ну, нормально. У нас здесь все. Потом покажу, что у нас здесь есть. Ну, у нас здесь все есть. Вот. Потом мы обедали, конечно, пошли мы, потому что мы выехали. Ничего не завтракали, только одну голый кофе попили. Пообедали, я вам скажу. Я взяла просто... Я не стала снимать. Я взяла просто... Овощи тушеные и куриные тефтельки. У них компот. Компот я не пью, он сладкий. Я кофе взяла еще. Все. Ну и такой же и ужин. У нас просто здесь одна беда. Готовить не на чем. Здесь нету кухни. И приходится ходить в столовую. Ну, завтракать мы можем и здесь. Позавтракать, в принципе... Нам дадут там приборы, вот эти вот тарелочки, и заварить кашу я могу. Вот, на завтрак. Ну, обед буду показывать потом. Первый день как-то, знаете, вот это все немножечко нервоз. Найти, не найти, или вообще отсюда уехать, выезжать. Это пробки огроменные. Куда ехать? Позвонили в Судак. Мы где были... Там тоже цены большие, не как у нас раньше было. Ну, в общем, думали, но нашли мы здесь. И здесь решили остановиться. Я вам покажу быт здесь какой у нас комната. Ну вот, девочки, у нас такой номер. Вот здесь шкафчик стоит с зеркалом, с зеркальцем. Вот она я. Я в халатике пока. Покажусь вам. Здесь у нас такой столик. Да, венцо стоит. Не ужина. Ну, такой столик журнальный. Это мы взяли у нас там продукты, но здесь готовить не на чем. Ну, чай, кофе хоть попьем. Ну, вот здесь такое спальное место вот. Как показать вам? Ну, такой топчанчик маленький, спальный. Ну, здесь тоже вот спальное место. На двоих он будет спать один. Холодильничек. Телевизор. У нас там какая-то иконка висит. Здесь вот. Здесь картина из бисера. Бисера показать вам. Красивая картина. И идем дальше. Здесь у нас ванная комната. Здесь все по-простому. Вот унитаз и душ в таком бело-розовом цвете. Розовый коврик. Это полотенчики нам дали. Там наши уже души принадлежат. Я уже скупалась, голову помыла, то голова была ужасные на этих Мальдивах. Ну и вот дверь, выход, кондиционер, окошко там, такая картина. Эта картина, по-моему, сшита уже. И окошечко открывается, сетка там. Ну вот вся наша комната. Так, а завтра мы решили ехать в Бахчисарай, взяли экскурсию, ну, чтобы, знаете, с самим... В общем, тут проблематично выехать и заехать. Лицо у меня красное, наверное. Ну, я сегодня чуть-чуть обгорела даже. Надо будет помазать. Сейчас помажем.
чтобы ничего такого не было. Завтра едем на экскурсию в Бахчисарай. Мне хочется посмотреть город. Извините, что я не смотрю в камеру. Мне хочется посмотреть город пещерный. Ну, только из-за него я туда еду. И, ну, дворец султана. Вот. Что еще я хотела сегодня сказать? Мысли путаются. Что-то от усталости, наверное. Прошагали мы сегодня. Это что-то с чем-то. Мы искали. Мы пешком даже бросили машину. И пешком ходили. Здесь нужно просто звонить. Звонить. И если кто хочет поехать и в Паторе отдыхать. Здесь вот есть номера. На домах висят. И нужно просто звонить. Не как там вот в некоторых местах стоят люди. К ним подъезжаешь, и они тебе там направляют. А здесь нужно везде обзванивать. Нужно покупать карту эту местную и обзванивать. Найдете, и хорошо. Но в этом году никому не советую. Очень дорого. И... Еще хочу сказать, минусы есть. И в том отдыхе, где мы на Мальдивы были, и минусы немножечко здесь есть. А в этом году это большие минусы. Я не ожидала, мы не ожидали, конечно, такого. Ну, что ж теперь сделать? Отдыхать люди хотят, отдыхают. И все, наверное, едут сюда, в Крым. Потому что здесь ни справки, ничего не нужны. Хотя в магазинах нужно одевать маски. В магазинах, по-моему, в троллейбусах, в автобусах. Как везде. Вот как-то так, девчонки.